Три года назад в эфире четырех телекомпаний «Регионов соседей» состоялась премьера межрегиональной информационной программы «Середина земли», которая ежедневно знакомит жителей Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Улан-Батора с новостями политики, экономики, культуры и спорта. За этот небольшой срок телепроект стал мостом дружбы не только между регионами России, но и укрепил деловые связи с соседней Монголией. На прошедшем в Улан-Удэ информационном форуме многие топ-менеджеры российского телевидения назвали «Середину земли» уникальным проектом. Теперь, когда к Монголии присоединился Китай, он получил статус международного. Пока о новостях из Поднебесной наши коллеги из CCTV будут рассказывать по пятницам, а потом уже и ежедневно. Я рад приветствовать наших коллег из телекомпании ТВКОМ и жителей Бурятии. Мы высоко ценим возможности, которые открывает такое сотрудничество. Через популярную программу «Середина земли» наши страны-соседи смогут больше узнать о жизни друг друга. Это будет содействовать укреплению отношений между ними. CCTV «Русский» — одно из подразделений Центрального телевидения Китая. Это крупнейший медиахолдинг мира. Вещает на нескольких языках — английский, испанский, французский, арабский. А последние три года еще и русский. Китай и Россия — стратегические партнеры по всем направлениям. Свой вклад в развитие этих отношений вносит и наш регион. А теперь еще и телекомпания ТВКОМ, и все участники «Середины земли». Кроме того, возможны и совместные международные проекты. В этом партнеров «Середины земли» готов поддержать крупнейший монгольский телеканал UBS. В истории монгольского телевещания таких новостных филиалов раньше не было. Проект «Середина земли» – один из самых успешных проектов современного телевидения. Я рад, что Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Монголия, а теперь и Китай сотрудничают и тем самым образуют огромную сеть новостей. Буквально через несколько месяцев зрители увидят обновленный формат «Середины земли». К перекличке городов прибавятся телемосты и обсуждение в прямом эфире самых волнующих тем. Булат Сединишеев, новости дня. Монголия, Китай.